Полицейских области Абай обвиняют в волоките уголовного дела при расследовании ДТП. Двое жителей поселка Белоусовка, у которых в аварии погибли родители и сын, говорят, что стражи порядка из потерпевшей стороны сделали их виновными в ДТП. У полиции другие аргументы. Казыбек и Алия – родные брат и сестра. В январе этого года они потеряли родителей, а Казыбек еще и 6-летнего сына. Они погибли в аварии на трассе Усть-Каменогорск 7. По их словам, в начале расследования семья Топтаевых была потерпевшей стороной, но теперь полиция в ДТП обвиняет их отца. Алия считает, что такой ход дела произошел из-за того, что второй водитель, участник аварии, чиновник и работает в одном из управлений области Абай. Нас уже полностью документально было определено, что отец не виновен. Все дело в том, что человек занимает какую-то должность. Поэтому наше дело вот так начали рассматривать близко, конкретно и не в пользу моего отца. Они хотят, наверное, так как в связи с гибелью моих родителей, всю вину перенести, переложить на них, чтобы остаться безнаказанными. Как отмечает Алия, у погибшего отца за 45 лет стажа вождения не было ни одной аварии. Казыбек же поясняет, что за время следствия провели уже 5 экспертиз, 2 из них независимые, и их эксперты утверждают, что вины отца нет. Если бы было бы очевидно, что, что отец виноват, если доказательная база была бы вся правдивая, если бы все было бы по-честному, и СМИ бы не обращались, а бы и не поднимали бы, получается, этот вопрос, мы бы согласились и... Но это совсем не так. Это видно же, что идет все несправедливо, что дело затягивается. 10 месяцев уже, как уже 11-й пошел. Второй участник ДТП, тот самый чиновник Исимея, от комментариев отказался, но заявил, что его вины нет. А вот стражи порядка отметили, что расследование проводилось справедливо, и материал уголовного дела готовы уже направить в прокуратуру области. По результатам следственных мероприятий и заключение экспертиз было установлено, что 50-летним водителем ВАЗ-2110 грубо были нарушены пункты 9.1, 9.4, 10.1 ПДД Республики Казахстан, что послужило причиной данного дорожного транспортного происшествия. Полицейские также отметили, что виновность в аварии должен устанавливать исключительно суд. Но Казыбек и Алия, потерявшие в ДТП сразу 3 близких людей, требуют, чтобы уголовное дело взяли на контроль в Министерстве внутренних дел. Зауреш Битимбаева, Дамир Айткужанов, Восточно-Казахстанская область, Первый канал Евразия.